Добрый день, вы на канале Голубика Днепр, и в самом расцвете у меня метельчатые гортензии. Сейчас хочу показать, какую подкормку я делаю один раз в месяц. Это комплексная подкормка с жидкими комплексными удобрениями, которые обеспечивают полное питание для гортензий, для того, чтобы хорошо развивалась корневая, хорошо работал фотосинтез, были крупные соцветия, здоровый куст, у которого есть полноценное питание, также само красиво цветет, потому что у него есть силы, у него хороший иммунитет, потому что хорошо работает корень и хорошо работает фотосинтез. Для всех своих гортензий делаю один и тот же раствор, но в зависимости от возраста проливаю или от размера корневой, растут ли они у меня в грунте, либо растут у меня в контейнере, тогда я уже распределяю количество раствора. Что я использую? Мне нравятся любые жидкие комплексные удобрения, желательно для кислолюбивых растений, в составе которых есть макро- и микроэлементы, то есть азот, фосфор и калий. И такие, как цинк, медь, молибден, кобальт, марганец, сера, бор, железо. То есть это обеспечивает полное питание. Или беру какое-нибудь жидкое удобрение для цветущих растений. Развожу по инструкции. Там обычно идет это колпачок на 2 литра. И на свою лейку. У меня лейка 8 литров. Сюда у меня уходит, получается, 4 колпачка для того, чтобы сделать раствор. Но кроме этого, я еще один раз в месяц делаю крутой раствор марганцовки. И этой марганцовкой где-то по стакану, уже я налила в лейку свое удобрение, и где-то по стакану крутой марганцовки я добавляю еще в свою лейку. Что дает марганец? Во-первых, это дезинфекция от подземных вредителей. Во-вторых, он повышает иммунитет. Борется, как я уже сказала, и с вредителями, и еще укрепляет сами стволы у гортензий. То есть все растения благодаря марганцу укрепляются у них именно стволы. Очень крепкие и плотные. Ну, есть, конечно, крупное соцветие. Гортензию положили, надо гортензии подвязка. Но, тем не менее, большинство уже взрослых гортензий хорошо держат при легкой подвязке свои соцветия. Теперь дозировки. Какая дозировка у меня при поливе? Прежде всего, перед всеми подкормками я увлажняю грунт под своими растениями. То есть проливаю обычную порцию под контейнеры. Вот у меня стоят контейнеры 40 литров. Сюда я проливаю по 2 литра воды. И сверху я еще налью 2 литра уже подкормки. Если кусты растут у меня на клумбе, значит, я выливаю на 2 растения сначала чистой воды, и потом на 2 растения, то есть по 4 литра уходит у меня подкормка, раствор под удобрение. Свои взрослые 6-летние гортензии я поливаю один, а то и 2 раза в день, в зависимости от температуры, которая у нас на улице. В жару поливала утро-вечер где-то по 2 литра воды. Сейчас я поливаю ведро воды, 1-2 ведра воды под куст. И опять же, по целой лейке у меня уйдет под каждый взрослый куст. И вот такая подкормка. Уже моя гортензия цветет где-то около 3 недель. Благодаря хорошему поливу и хорошему питанию лист не горит. Соцветия не пригорают. А у меня это очень солнечная сторона. Посмотрите. Здесь у меня нету никакой тени. Чуть-чуть от забора идет небольшая тень. Но в основном не притененная. Поэтому соцветия вот сейчас немножечко перед поливом они обмякли. Сейчас напитаются воды, и соцветия опять вернутся в свое красивое состояние. Поэтому всем хорошего дня. Вы были на канале Голубика Днепр. Оставайтесь и дальше. Буду рассказывать, как я ухаживаю за своими гортензиями.